Сценка называется «Прогулка царя». Сказочным царством правил оптимист-царь. Разум есть царь. Решил он прогуляться по красивому парку. Прогуливайся. Да вообще что гулять? Ну да. Парк вижу. И всю дорогу подпрыгивал. Здесь зайчик тебе что ли? Я царь, я не зайчик. Размахивал руками. Руками смогу махать там. Был царь. Царь. Очень радостный. Он у нас постоянно. И увидел он красивую бабочку. Летаю сама по себе, летаю. Решил он ее словить. Прихлопан. А бабочка только издевалась над ним. И слова неприличные кричала. Летаю сама по себе, летаю. И рожицы кривила. И язык показывала. Ну а потом устала бабочка. Летаю сама по себе, летаю. Издеваться над царем и улетела в лес. Царь. Не очень-то и обиделся, и только больше развеселился и стал смеяться. Вот тебе раз. Ты что, дурачок смеяться? Я старый, я смею. Блин, молодой корон-то. Веселый царь. Такой, что ли? Азмисталь. Никак не ожидал, что перед ним появится зайка. Еще одна животное. Я не трусну, я боюсь. И испугался, встав в позу страуса. Зайка испугался? Да, в ту сторону. Ну, в ту сторону. Так, что ли? Ну, немножко наклонись хотя бы. Зайка. Я не трусну, я боюсь. Не поняла, почему это царь. Азмисталь. В такой неподобающей позе стоит. И сама испугалась. А, я не трусну, я боюсь. Стоит зайка. Я не трусну, я боюсь. Лапки дрожат. И кричит нечеловеческим голосом, просит о помощи. Я не трусну, я боюсь. Помоги. О помощи проси. Помогите. Тону. В это время гордая лиса, замечательная хозяйка, возвращалась с работы. Работала красавица на птицефабрике и несла домой курочку. Курочку! Вот влипла, так влипла, батя. Как только Сейчас я сожру вас. Как только увидела она зайку, я не трусна, я боюсь, и царя, испугалась. Лиса, наверное. А курочку-то бросила. Замечательная хозяйка. Курочка. Влипла. Не теряла момента и выпрыгнула. Выпрыгнула. Дав лисе по затылку. Я тебя. Курочка. Ой, вот влипла. Куда-то. Оказалась очень бойкой. И первым делом клюнула царя. Куда-то? Царя! Царь от неожиданности распрямился. Орел! Куда же это место? Я так прямой. Ну слова свои скажи. Азмисталь. И встал нормальную позу. Зайки! Я не трусну, я боюсь. Еще больше стало страшно. И она прыгнула на ручки к лисице. Замечательной хозяйкой. Взяв ее за уши. Лису. Лиса поняла. Лиса. Замечательная хозяйка. Поняла, что нужно делать ноги и побежала. Куда? А уши где? Пошла. С ушами побежал. Царь оглянулся по сторонам. Куда? И решил продолжить свой путь с курочкой. Куда? Курочка! Вот так
так влипло, вот так влипло. Взялись они за ручки. Закрыли. Ну как ручки, под ручки, да, это что-то не так. И пошли в сторону замка. Где у нас с тобой замок? Туда. Там замок? Туда. Что будет дальше с курочкой? Курочка. Вот влипло-то, блин, влипло. Не знает никто, но и царь, куда? Царь. 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 Царь будет, царь. А мне царь. Ее точно угостит вкусным шампанским, как и всех остальных гостей торжества. Аплодисменты. Все прошу на поклон. Ну, погоди, снимать-то все вместе-то. Азм есть царь. Погоди, все вместе. Одену, вот нравится ей в этой позе, да? Да-да-да.